Здрасте, и сразу давайте переходим к делу. Так вот, этот коммент Александра Фадина вдохновил меня сделать этот видосик. Скажите спасибо ему в комментариях. Кстати, предлагайте, на что еще сделать тирлисты. Так вот, сейчас мы будем разбирать драматик финишеры. Их всего есть три. В дворце Джестаров, на крышах Элькарио и Морио. Итак, давайте по порядку. Драматик финиш на карте из первой части выглядит так. Ну, на мой взгляд, так себе. Не показали, как насаживается, и после смерти на статую трупа нету. То есть, если ты просто выполнишь откидывающий удар около лестницы, то тебе просто покажут катсцену. Ничего такого. Могло быть и лучше, но смотря на то, что кровь в игре черная, понимаешь, почему они решили не делать так. А поэтому попадает этот драматик финиш в D-тир. Такое себе. Но могло быть гораздо лучше. Следующее у нас это Морио. Итак, смотрим. И как по мне, уже получше, так как переносит на другое место, плюс есть анимация рук. И то, что в конце персонаж орёт, как когда его схватили. Хотя это, конечно, и не новая анимация, так ее стащили из Остер Баттл, но она и неплохая. Хотя жаловаться нет особо смысла, так как тут большая половина контента просто перетащена из Остер Баттл. Короче, это хоть и лучше, но все же могло быть лучше. Например, сделали бы 3D модельку Рейми, было бы прикольно. Ну ладно, есть как есть. А, и еще, не знаю, баг это или фича, но когда ты вздыхаешь от этого драматик финиша, то у тебя камера оказывается под землей. Типа ты попал в загробный мир после смерти. Если так и есть, то это однозначно плюс. Но снова могло быть и лучше. Ну ладно, я понимаю разрабов, я тоже люблю быть ленивым. Поэтому B-тир. Итак, последнее и лучшее. Это крыши. Как по мне, лучший драматик финиш, так как челик остается после того, как его швырнули в башню. И это прикольно. И еще одна прикольная штучка. Когда Хакёйна убивают таким образом, то показывается картинка из манги. Найсовая деталь. Да и в целом прикольно видеть того же Дио на месте Хакёйна и других персов. Как по мне, это лучший драматик финиш во всей игре, поэтому он попадает в S-тир. Жаль, что других нет, могли бы там взять из АСБ какие-нибудь еще. Но есть что есть. Предлагайте, с чем еще мне сделать тир-лист, и приходите голосовать за персонажа для следующего гайда в моей группе ВК. До свидания.